Всем привет, с вами снова Денчик. Сегодня мы подрифтим на тачке кросса, настоящей тачке кросса. Вот вы видите, вон там написано, там, ну короче, это коповская тачка. Сейчас полная жесть будет, стопудово. Она же читанута еще немного в плане азота. Кстати, она бесшумная. Да, и, кстати, на ней не набирается дрифтинг почему-то. В чем прикол? Я не понимаю. Ну да. Не наберешь ты тут дрифтинг. Ну, знаешь, я же заменял этот белый бонусный корвет на 3D-модель корвета Кросс и дрифтил. Там все нормально, а? Ладно. На таком вряд ли получится. Тогда проедемся, наверное, на какой-нибудь трассе. Так. По каньону можно. На такой-то тачке читанутой. Оно читанутое в хлам. А вы думаете, почему у нас менты догоняют? Вот почему. Ну, читанутые. Надо ментам характеристики от бэхи сделать, и все, и пусть. Это самое. Угу. Я сейчас Мерседес догонял. Какая колбасит. Вот какую машину-то, вот эту колбасит конкретно. Что-то походу у нас не удастся покатать в дрифтинге. Плохая затея. Так, можно в каньоне покатать. Что еще есть? Вертолет нет. По-любому не поедет. У меня он ездил, было дело. У меня он два раза ездил. Даже не знаю. Вертолет. Сейчас позвукаем. Вертухай. Я вертухай купил. Жесть. Давай, выйди в свободу, я не знаю, что там будет. Я не в свободный, я в этот, в быстрый гонки. Давай попробуй что-нибудь сделать. Угу. Я хочу их размазать. Или нет? Он едет. Жесть. Вертолет едет. Вот прикол, у него движок от Lamborghini. Попробуй тогда подрифтовать по нему. Так, пускай грузит, осталось 22 минуты. Да, прикинь, за кого-то есть характеристики. Жесть. Я пока, значит, буду готовить квест и то. Квест. Ага, сказал. А вот дел по прилизу. Квест. Пиздец, что я несу. Yeah.
сбоку от паршака. Что-то кажется от паршака. Чего? Сейчас подожди. Сейчас записываешь? Да? Что такое? Я поснул, что телефон кто-то пишет. Thank you.
полный зритель, ладно. Да не, хоть прикол, такие кое-какие переговоры, ментовка включаю в гармонии. Чё говоришь? Да тут кажется, какую-то дичь делает, тут кажется, включаю это. Речь, какую-то речь ментов. Угу. Просто жесть. Переговоры, хеликоптер сейчас включаю, блядь. О, у меня жесть. Он тебя залагает, пиздец. Переговоры на тарелку включаю. Не знаю, будет ли они работать, конечно. Я включаю переговоры на тарелку через базу данных.
стрёмные звуки я слышал, действительно. Какие? Да вообще чуть не пойму, что какие-то это... Треск какой-то слышал. Ну, то есть я, наверное, завершим на этом серии с вами. Это просто так, всем пока-пока.